Меня зовут Алексей Казаков, мне 24 года, я из города Москвы. Наш проект называется «Дистанционный кабинет профориентации для российских иностранных абитуриентов». По сути, мы проводим дистанционную профориентацию для студентов, и основная цель такой профориентации – это помощь в выборе вуза в направлении подготовки в обучении. У нас собралась целая команда проекта из 12 человек. Мы также приглашали студентов для первичного опроса для аудита. После того мы пригласили целый ряд специалистов для анализа проблемы, для составления методических рекомендаций, для разработки нашей уже программы профориентации. Основных этапов на самом деле два. Изначально планировалось вообще сделать один этап, исключительно дистанционной профориентации, но, как показала практика, на этапе тестирования первого продукта, то что так не получается. В любом случае нужна консультация со специалистом. Никакие тесты, никакое удаленное обучение, к сожалению, на данный момент не может определить по человеку, что именно он хочет. На данный момент отзывы следующие. Они поступили в вузы. Они довольны своим выбором. И большинство из них дало комментарии о том, что изначально их выбор, тот выбор, который был у них, тот, который им как раз-таки родители, знакомые навеяли, он оказался неправильным. Дорогие друзья, особенно ты, я мотивирую вас, я вас приглашаю участвовать во всех мероприятиях Росмолодежи. Рекомендую настоятельно съездить на территорию смыслов, на Тавриду, участвуйте везде, ничего не бойтесь. Приносите свои идеи, превращайте их в проекты, будут гранты, будет все. Главное – мотивация, а успех неизбежен.